Красивые, густые и ухоженные волосы – мечта любой женщины. Добиться этого результата вам поможет доступный и качественный комплекс для волос от российской компании Мирола, о которой мы сегодня поговорим. Поехали! Сегодня в гостях у женского сообщества из комьюнити Фидан Алярбекова, эксклюзивный дистрибьютор российской компании Мирола, о которой мы сегодня поговорим. Фидан Ханым, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо, взаимно, и нам очень приятно. Перед нами такая красивая продукция, которая направлена на улучшение качества волос. Сегодня вы нам все секреты расскажете. Итак, компания Мирола. Почему она и почему ваш выбор остановился на ней? При выборе продукции мы в первую очередь консультируемся с нашими трихологами, чтобы знать, что привезти. И наш выбор остановился на такой продукции, как шампуни, сыворотки, маски, потому что они решают такую проблему, как выпадение волос. Вся наша продукция на нашей странице направлена на эту проблему. А сейчас, тем более в наше время, когда все болеют ковидом, после восстановления все сталкиваются с такой проблемой, как выпадение волос. И многие обращаются к нам с такой проблемой, и мы советуем всем наш комплекс никотиновый, шампунь, маску и кислоту, которая решает вот именно эту проблему с выпадением волос. Фидан Ханым, как мы поняли из названия, в составе этой линейки есть никотиновая кислота, которая очень известна. Да. И мы знаем, что раньше, до прекрасной продукции Мирола, были даже ампулы с никотиновой кислотой, которые можно было делать в домашних условиях маской, верно, Фидан Ханым? Да. Чем хороша линейка никотиновая кислота Мирола? Значит, наша кислота, она вот в таком флаконе, она очень удобная в применении. Эти ампулы, например, как ими пользовались? Ломали, там могли порезаться. Да. Дискомфорт был. Да, и когда вот выливали на какое-то блюдечко, оно улетучивалось, да? Верно. Его нельзя было долго держать открыто, надо было сразу нанести. А это открыли, нанесли на корни волос, вот можно в таком формате, да. И все, и закрыли. Как удобно. И здесь вот так вот по росту волос можно нанести? На корни волос нужно нанести и не смывать. Она остается на волосах. Она не оставляет ни запаха, ни жирности, ничего. Она, наоборот, убирает жирность волос. Решает даже такую проблему, как жирные волосы. Действительно. Да. Помимо того, что борется с выпадением волос. Как пользоваться? Когда наносить? На чистые или на влажные? Только на чистые волосы. Вот никотиновую кислоту нужно наносить только на чистые волосы. А если мы говорим о шампуне, то его классическим методом пользоваться? Да, как обычно. Шампунь, маска, все как обычно. Потом, когда заканчиваем шампунем, маской, выходим и вот наносим никотиновую кислоту. Смываем. Ее не смываем. Не жирнятся ли волосы? Нет, абсолютно нет. Оно не оставляет ни пятен, ни, вот, ни жирности волос, ничего. Оно впитывается в корни. Вы сами? Да, я пользовалась и этими ампулами сама, а потом, когда появилась вот такая сыворотка, только ею пользуюсь. Действительно, потому что на своем опыте знаю, как это очень муторно перемешивать, еще мы добавляем витамины, а здесь все в составе. Кстати, о составе, давайте перейдем к нему. Да, плюс никотиновая кислота, она очень полезна для волос. В особенности для роста волос, она улучшает микроциркуляцию волос, она улучшает качество волос, плюс густота волос появляется от нее и, соответственно, рост волос, потому что она останавливает выпадение волос и волосы начинают лучше расти. Естественно. Да. Как проявляется первый рост волос? Наверное, такой небольшой буквально пушок. Буквально через 2 недели, вот если вот использовать этот комплекс, вот так руками вот делаем, и мы чувствуем, как там что-то появляется, пушок. Реально так. Нужно попробовать. Просто нужна стабильность, вот регулярность. Нужно вот если вот начали лечить волосы, нужно вот вылечить, их надо постоянно пользоваться. Есть какой-то курс определенный? Да, 1,5-2 месяца составляет курс. 1,5-2 месяца, то есть примерно 45 дней. Где, дней. Закончили.
Должен быть ли какой-то перерыв? Да, вот закончили, все, уже не делаем никотиновый комплекс, уже возвращаемся к своим обычным шампуням. Но для профилактики где-то в неделю один раз можно поддерживать, например, и вот это можно делать, сыворотку. Это очень удобно. Да, и вот шампунем можно для профилактики, да, просто. Замечательно. Так, помимо комплекса никотиновая кислота, с вами, ребята, мы уже познакомились. А теперь давайте перейдем вот к этим красивым фиолетовым упаковочкам. Что это? Да, это магниевое масло, у нее тоже натуральный состав. Оно очень универсальное, это масло. Помимо того, что его можно наносить на волосы, также его можно использовать при массаже, при мышечных болях, а также при судорогах. То есть оно универсальное. И на волосы, и на тело. Устраняет неприятные ощущения, разогревающий эффект, восстановление, рост волос. Есть ли какие-то противопоказания? Абсолютно нет. Замечательно. Мы познакомились с никотиновым комплексом для волос, который в первую очередь борется с выпадением волос. Так. И магниевым маслом, которое помимо проблем с волосами также может использоваться как массажное масло, у него разогревающий эффект, то есть приобретая вот это флакончик, вы можете использовать его в достаточно многих направлениях. Отлично. Так, мы здесь также видим активатор для волос. Что это, Фиданхана? Это тоже сыворотка, она вот в таком формате у нас, тоже флакончик. Он, значит, активирует рост волос. Он для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Так. И он реально помогает. Просто его нужно наносить каждый день. Каждый день? Каждый день. И не смывать. Не смывать. Вне зависимости, волосы грязные или чистые, нужно наносить постоянно на корни волос. Тоже курс 1.5-2 месяца. Полтора-два месяца. И тоже буквально вот через 2 недели вы сами тоже почувствуете. И, во-первых, волосы как будто оживают после активатора. Появляется блеск, они становятся ухоженными, исчезают текущиеся кончики после него. Да, и, естественно, вы сами заметите, что волосы отросли, начинают расти. Каждый месяц приходится подрезать кончики, то есть после активатора я могу даже не ходить к парикмахеру? Да, да, это убирает. Да? Да, отлично, хорошо. Кончики убирает. Мы с Назрин Ханом попробуем и обязательно поделимся отзывами, потому что у нас как раз таки цель отрастить волосы и улучшить их качество, дорогие наши изюшки. Итак, где можно приобрести шампуни, маски, линейку никотиновая кислота? Значит, всю нашу продукцию для волос можно приобрести во всех аптеках города Баку, а также Болмарте, который напротив цирка. Давайте подытожим, Фиданханум. У нас есть никотиновый комплекс, у нас есть магниевое масло, а также активатор для волос. Да. Но я вижу там очень интересную линию названием Stop Demodex. Что это? Значит, эта серия Stop Demodex, она для лица и тела направлена на лечение акне, постакне, прыщи, подкожники, рубцы, пятна. То есть это мыло у нас, лосьон, бальзам, это лечебная серия. Все лечит, да. Где можно приобрести это? У нас онлайн. У вас на странице Доктор Сан. Да, на нашей странице Доктор Сан. У нас доставка на адрес и на работу, то есть обращайтесь. Замечательно. Фиданханум, спасибо большое за полезную беседу. А с вами, дорогие наши изушки, мы поделимся отзывами через 2 месяца. Узнаем, как влияют на нас вот эти вот замечательные препараты. Фиданханум, спасибо вам большое. Вам спасибо. Будем с вами еще больше узнавать и делиться полезными советами с нашими дорогими подписчиками. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь на страницу Доктор Сан к Фиданханум.